Приветики, ребят, с вами я, Читер Крипер. Мы продолжаем, выкручиваем блок Майнкрафт. Да, один блок. Как я давно в него не играл. У нас здесь есть фермочка, у нас куча коров. А также нам надо добывать блок. Ну все, серия произошла неудачно. Нет, очень удачно даже. Моя большая часть вещей сохранилась. Конечно, не все, но сохранилось больше, чем я думал. Я думал, что сохранится очень мало вещей. Я думал, что ничего не сохранится. Ладно, мы все равно сможем. У нас все равно. Мы, надеюсь, погодите-ка. Может быть, у меня в подвале оказалась запасная кирочка. Конечно, не железная. О, так мы же можем переплавить. У нас печки сохранились. Может быть, там что-то есть. Нет, но мы сплавим забор. Пока что каменное. Так, все, мы можем теперь делать обратно железную кирочку. И все, мы вернулись. Посмотрите, все просто замечательно. Что я собираюсь в этой серии сделать? Давайте построим дом! Неожиданно было? Да я сам не ожидал. Давайте быстренько перемоточки я сделаю его. Так, вот такой вот у меня домик получился. Вот такой. Какой вот классненький. Пока что у меня там ничего нет. Но я сейчас перенесу также печку верстак. Быстро постираем булыжник и все. Вот сюда вот верстак, все. Так, пыхчал, мой песик есть. Сюда он мне дать хочет помочь тоже проходить Майнкрафт на одном блоке. Я сейчас мне записи сложу, все ресы и вернусь. Такая вот перестановочка. И теперь можно дальше копать блок. У нас только один гравий, к сожалению. Это что, переход на новую фазу? Все ресы выжили, кроме коров, конечно. Ничего, быстренько все застроили. И все нормально.
просто перепугался, когда увидел его. Конец одного блока. Потому что мне надоело снимать это по... просто очень много раз. Не, это останется. Эта рубрика останется на моем канале. Я создам специальное прохождение Майнкрафта. Это как-нибудь, когда закончу один блок, вот этот вот. И давайте я вжиком перенесусь на новую стадию. Ребят, это мне ничего не стоило, наконец-таки. Спустя столько лет у меня появилась новая. Вот свеженький. Я в... еще в один раз. У меня все, конечно, взорвались. У меня новая фаза. Это зима. Сейчас я также уже быстренько это все превращу в еще одну новую фазу. Давайте, погнали. Обычный Майнкрафт баг. Наковальня. Ля, какой красавец. Ля, какой. Селиверка. Загружаем, хоть я и так... этой телеваркой не умею пользоваться. Собираем коллекцию против дракона. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Меч. И кирка. Два инструмента, которые нужны каждому майнкрафтеру. Не зря только ведер. Но... новая фаза. Ставим кровать. Построить спавнер скелета. Сделано. Сделано. Заберите свой мусор обратно. Опа, новая стадия, наконец-таки. Когда мы дойдем к дракону, там будет уже гусарник. Ребят, я придумал просто гениальную вещь. Я сделал вот такое вот ограждение. Вот отсюда я буду добывать блок, и какой-либо крипер, зомби, до меня не доберется. О, я уже слышу спаунер. Конец света. Алмазик. Операция спасения пандочки. Открываем дверь. Пандочка выходит. Пандочка спасена. Да, она спасена. Ребят, на этом... и сейчас я заканчиваю вот эту часть на одного блока. Продолжение мы запишем попозже с гусарником вместе. Он будет следующий. Ну а так мы очень хорошо здесь пофармились. Мы еще с гусарником вне серии доберемся до эндер-дракона. Ну, ребят, всем до свидания и всем пока-пока.